Ну, поскольку Луна — это давний спутник Земли, и неудивительно, что тревожит она уже многие умы на протяжении многих веков, столетий. И программа по развитию лунной программы, так сказать, колонизации Луны, она крайне важна для нашей страны, для того, чтобы сохранить лидерские позиции именно в космосе, как это происходит сейчас.